Судья дает старт бою. Всего в финале турнира по боксу имени Шорина прошло 9 поединков. Медали почти поровну поделили наши спортсмены и соседи-красноярцы. Боксировать в Абакан приехали и те, кто уже чего-то добился, и те, кто находится только в начале своей спортивной карьеры. Сергей – самый молодой спортсмен из Абакана, а уже кандидат в мастера спорта. И, по словам организаторов, очень перспективный. В 90-е годы турнир был всероссийским, потом стал открытым. Сейчас получить и подтвердить спортивное звание на нем нельзя. И он скорее хорошая тренировка перед более серьезными боями. Но организаторы хотят вернуть всероссийский статус уже в следующем году. Тогда часть финансирования пойдет из государственной казны. А пока деньги на проведение турнира идут из карманов спонсоров и меценатов. Хотя, возможно, республика захочет помогать. Турнир посетил и замглавы Хакасии. Помимо того, что продвигаем спорт, показываем замечательные бои и помогаем нашим ребятам развиваться и вырастать в качестве спортсменов, мы еще и сохраняем память достойного человека. Страсти кипели не только на ринге, но и за его пределами. Поддержать и поболеть за своего бойца пришли родственники и друзья. Мы выявили новых лидеров, они добавили именно в мастерстве, в классе. Именно. Есть шанс у Хакасии попасть в сборную России? Я думаю, в будущем, да. Алена Трынкина, Василий Самоделкин. Новости. 7-й телеканал.